Если вы любите хороший юмор и актуальные новости, то вам на Просто канал. Просто канал, хороший юмор и интересные видео. Ссылка в описании. Здравствуйте, товарищи люди, леди и джентльмены. Все анекдоты вымышлены, совпадения с реальными людьми и анекдотами, а с реальными людьми и событиями случайные. Сейчас нам с женой по 60. А так иногда хочется, чтобы она оставалась такой же козочкой, как и 25. Если бы она оставалась такой же козочкой, рядом был бы уже другой козел. Доктор мне выписал это лекарство и сказал, что с ним у меня начнется новая жизнь. В смысле следующая? Ну, вообще-то, может быть, и следующее. Я увлекся йогой. Каждый день ложусь на бок и смотрю в одну точку 2-3 часа. Куда именно? На экран телевизора. Я начал ходить в тренажерный зал и трачу на это $500 в месяц. Ну ты крут. А чё так много? Да пиво у них в буфете очень дорогое. Хотел нажарить морковных котлет. А потом подумал, какие титры, какие траты, и нажарил мясных. Степан, что-то у меня сегодня голова не работает. Она у тебя совсем, что ли, не работает? А, дед Петруха? Не вся, конечно. Есть могу. Дед Петруха, заходи ко мне на чай. Хорошо, Степан, но как-то странно ты не договариваешь слова «чай с большим тортиком». Подайте 300 рублей на чашечку кофе. За 300 можно взять 2 чашки кофе. А я с подругой? Странно. У нищего есть девушка? Ну, поэтому я и стал нищим. А я люблю, чтобы был вызов. Всю жизнь руководствуюсь правилом «боишься – делай». Только так можно достичь успеха. Я гляжу, посуду мыть, убирать и готовить ты вообще не боишься. Действительно, получается, что убирать и мыть посуду я не боюсь. Подписываемся, кликаем на колокольчик.